привет! Сегодня 4 мая, мы с Алиночкой, дочь стоит, мы с ней, в общем, оделись и пойдем сейчас к нам в огород, на территорию, в общем, будем гулять. Я так снарядилась, тепло, не знаю, наверное, будет жарко, хотя ветер как бы должен быть, не знаю. Доча, всем привет! Всем привет! Всем привет! Вот так я дочь снарядила. Новые кроссовки не стали одевать, но одели новую шапочку, да? Вот, и мама моя там копается, в общем, в земле. Не знаю, она должна пересаживать, нет, не пересаживать, а полоть что-то там, в общем. В теплице, по-моему, она сказала. А еще она хотела сегодня цветы высадить, и вот я хотела это поснимать. Может быть, я буду высаживать, ну, хотя вряд ли. Не знаю. В общем, видно будет. Я как бы вообще никакой не садовод. Я вообще не умею ничего не садить. Короче, земля это вообще не мое, но помогать надо, я знаю. И вообще муж мне постоянно говорит, типа, надо учиться, надо самой. Я говорю, ну да. Ой, ну не могу, я не люблю я вот это вот. Но я знаю, что надо, и я все равно когда-нибудь я научусь. Вот. Тем более, знаете, есть интернет, есть YouTube, YouTube-помощь, да, видеоуроки и все такое. Вот. У нас там такие всякие доски, сарайки. А вот тут, смотрите, кто. Ну-ка. Вот он, крызятина. Ой, лежит тут прям на этой, на крылечке, на лесенках. Нам сейчас выходить надо, он тут лег, разлегся. Ладненько. Ну, пойдем к бабе. Баба у нас вон там в теплице. Идем, идем. Алина одна боится по этим доскам идти. Ты идешь помогать мне, да, Алина? Что нахмурилась? Алина. Солнце, наверное, в глаза. Тебе пришла баба помогать, да? Ну что, мама, ты тут полишь? Прополол одну полу. Вот эту сюда надо. А тут что будет, огурцы или... Тут помидоры будут. Помидоры. Ну, в принципе, впрочем, как и в прошлый год, да? Да. Ой, где тут еще всякие тряпочки навешаны. Так они потом уберутся все это. Это для чего? А, это ты так, моешь. Так, мою тряпки, я сушу. Я устала, я сушу сейчас. Навоз лежит. Навоз же, да? Никакой не перегной. Рассказывай, где Тёма-то? Тёма ел, наконец-то, в первый раз. А Даня где? За день. За уже вечер, уже шестой час. А Даня где? А Даня чай просто попил. И... Бабу давай. Уже... Ты моя сладкая, ручками-то обними бабу. Вот как она обняла бабу. Ручками. Вот как она бабу любит. Алина, ты на прогулку вышла? Да? Это тепло в курточке, не ветров. Не знаю, мне показалось, что ветер как-то ну, окно так, открываю. Вчера это теплее. Ну, тогда, ну. Вчера было. Вчера так вообще было ветер. Не, мама, это вот здесь в теплице тепло, а на улице все равно ветер холодный. Ну, ветер холодный, я не спорю, но он меньше, чем вчера был. И вот эту шапку, наверное, я зря ее одела. Ветер все равно. Дрягишь? Ну, надо было потеплее шапку. Да куда еще потеплее-то, Люба, ты что? Это ну, не знаю. Так ветер из-за ветра. Ну и что? Она сама то тебе, эта шапка. Ну, нормально. И в этой курточке не вспотеет. А тут у нас идут строительные работы. Вторую часть обшивают фронтома, или как это называется? Правильно я сказала? Наверное. Вторая сторона дома. Ой. Гуси-гуси, Алина. Га-га-га, Алиночка, ты что около меня все ходишь? Иди подойди к бабе. Кого боишься-то? Она ко мне. Ну вот, я тоже в теплой курточке, мне нисколько пока не жарко. Ну так понятно, ты же еще работаешь. А мы же только вышли. Да, Алина? Да. Да. Тебе нравится гулять?
Да. Здорово, да? Скажи, Алина, кто улицу не любит? Да, Алина, все любят. Всем привет! Сегодня у нас 6 мая. Всем привет! Давай, чата, тебя не видно, иди сюда. Вот так вот. Всем привет! Всем привет, да? Время у нас 5:00 вечера, мы только начинаем влог. В общем, продолжаем наш начатый влог. Не помню уже, какого числа начала. В общем, сегодня уже 6 у нас. Вот так вот, Алина, вот так вот, так вот, так вот она играет. Все. В общем, я маленечко хочу сейчас подобраться в детской. Бардак весь этот убрать. Целый день вот так вот Тёма валялся. Он у меня спал, кстати, вот на этом диване. Вот, хочу это все разобрать, прибрать. Сейчас буду убирать все здесь. Постель Тёмину. Тёма, кстати, у меня вчера приболел. Температура была 37,5, по-моему. Или 37,2. Ну, что-то в этом роде. Вот. А сегодня он бодрячком и убежал уже гулять. Почему у нас темно? Потому что у нас доски. Ой, в общем, ну вы видели, как они называются? Леса, папа с Ваней сделали леса. Так что вот, показываю вам, видите, вот эти вот доски. Тут у нас все окно, весь свет загородили, перегородили. И вообще, если честно, я вам покажу сейчас наш бардак весь. Вот, посмотрите, вот она наша детская, она меня раздражает. Алина тут играет, тут вообще не пойми тоже, что на полках вечный бардак вообще просто. Хочу уютную детскую, но пока никак. А тут у меня творчество, тут и Тёма пазлы собирал, тут и вообще и рисунки какие-то, и вот эта вот коробка, я делаю поделку, все никак ее не сделаю. Уже 6 мая, до 9 мая осталось совсем чуть-чуть, я до сих пор делаю поделку. В итоге я ее никуда уже не буду отправлять, но я просто для себя, я хочу ее сделать. И чтобы она у нас была уже на следующий год, когда Тёма будет уже в школе учиться, у нас уже будет готовая поделочка. Ой, где что ты там сделала? Ой, это красота, да, твоя? Ты так красиво сделала. Ага. Ты молодец. Ага. Hey, pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. Here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. Я тут сейчас делаю салатик, огурчики, помидорчики. Вот, это у меня отходы от огурца, помидорки. Вот. И сейчас пойду. Татья, ты смотришь маму, да? Ага. Я, в общем, ей сказала, стой у меня вот тут, смотри. Я сейчас пойду в огород, ну, выйду вот сюда. И вот у нас, видите, там растет. Как он? Бутун. Не лук, а бутун. Вот тут вот у нас получается чеснок, а вот это бутун. Вот. Так, Алиночка, цветочки трогать не нужно. Смотри мамочку. Смотри. Я ей сказала смотреть. Так, не упади. Все, смотри маму. Мама сейчас придет. Вот, а сама пошла я. Фу. Тут у нас картошка стоит. Не знаю, показывала я, нет. В общем, в мае будем скоро садить. И она тут, в общем, стоит. А тут у меня ведро. Ведро я пол мыла. Ну, не сегодня, даже вчера, по-моему. У нас тут дверь так открыта. Тепло такое. Вот грузятина лежит. Вот. И мы выливаем на огород куда-нибудь.
потому что, чтобы не засорять, короче говоря, канализацию, потому что ее надо выкачивать. Вот, крызятина. Что крызятина? Собака. Ой, железяка тут. Все, иду. Иду, иду. Доча, ты видишь меня? Все, вот тут буду сейчас. Вот он нормально, вот Алина. Привет! Привет, Доча. Я в огороде. А я тоже хочу в огороде. Да? Да. Сейчас я салатик доделаю, покушаем и пойдем, да? Все, вот. Сейчас буду рвать так называемый лучок. Одной рукой, конечно, мне неудобно. Так что я пока отключусь. Все нарвала. Совсем чуть-чуть. Солнце так светит. Вот. Буквально, знаете, на вот на салат. Больше мне пока и не надо. Да и как бы, знаете, особо-то не надо рвать. Крызятина. Потому что там, получается, если много рвать, то ну, он еще не совсем вырос. Маленький, как видите. Вот. Так что. Ю-ю-ю. Всем привет! Привет! Ты ждала меня? Ага. Так, все, сейчас я его помою. И буду дальше делать салатик. Всем привет! Вышли мы погулять, да, Алина? А качелька? Вечерняя прогулка. А качелька? А качелька. Алина хочет на качельку. А где она быть? Так дома качелька осталась. Мам, надо поищить качельку туда. Я забыла о ее гулять. Линочка, я не знаю, как там делать. Да я буду... Мы... А знаем ее гулять сегодня мы? Не будем мы... Ой, хочу кассетку. Говорила, говорила. Ой, а я хочу кассетку, конфетку. Ты конфетная душа. Ой. Да? Да. Что это? Это теплица. Теплица? Угу. А деда надо тут теплицу? Земельку в теплицу возит. Мама, дай ее постоим. Постоим? Угу. Там же жарко, наверное. Пойдем. Жалко. Там жарко, наверное. Значит, ты что делаешь? Играю. Во что играешь? Что это? Это не знаю. Не знаешь? А на улице потом. Это сайдинг? Да, это сайдинг. А это что? Это что? А? Это мне? Ага. Ну ладно, мне нравится это. Нравится тебе это? Это нравится мне. Мы пришли в конец огорода. Вот. Тут наша клумба. Сейчас будем садить цветочки. Ну, моя мама, наверное, будет сидеть, потому что я не знаю. Если честно, даже не представляю, как их садить. Что, Доча? Всем привет! Угу. Всем привет! Ага. Покажи, где цветочки у нас. Вот это... Баба принесла только что. Где цветочки? Где-нибудь. Ну, сзади тебя стоят. Вон они, голубые. Доча, вот же, вот они, вот это все цветочки. Да? Вон там куча наших цветочков. Сейчас будем их высаживать вот на эту клумбу. Кто там у нас позевает? Позевулькин маленький, да? Мама, ты знаешь, будто я гуляю. Ты гуляешь? Ага. Молодец. А качельку мы... А с ней гулять. Угу.
Маска, где? Алина одолела меня с этой качелькой. Все, качельку, качельку не надо. О, у нас тут вишенка. Созревает цветочки. Ой, листочки. О, цветочков пока нет. Забор такой страшненький. Вон, смотрите, как он наш повалился. Кривой такой, косой. Видно. Скоро упадет. Надо его делать, короче. Тут столько паутины. Я вот так вот хожу вся в это. Паутине, что ли, непонятно. Во, вот так вот. Мама, покажу вам забор. Такой у нас. Клумбочка. А тут у нас вот они, эти цветочки поближе покажу. Столько вот. Что такое? Мама там идет сразу с водичкой, с лейкой. Что такое, дочь? Это вишенка будет. Это листочки. Их не нужно, Алина, рвать. Потом тут ягодки вырастут. Пойдем будем все с бабой сейчас садить. Садить, садить цветочки. Ой. Сначала поливаем земельечку. Да, Алина? Ты смотришь, доча, доча, доча? Залила бабушка наша все кипятком. И тут заливает. Баба Валя всех завалит, перевалит, вывалит. Кипяточком пользуешься. Ну что, они все помрут сейчас? Ну, смотри, ты тут столько много воды налила, а посредине нет, а тут тоже сухо. Где там кипяток и вода? Алина, 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 тихо, она боится. Тихонечко. Все готово? Или еще будешь? Все, хватит. Ты думаешь, они погибли? Угу. Мам, давай будет открыто. Что открыто? Кофточка. Кофточка твоя? Ага. Пойдем к бабочке. Сердовато, блядь, так-то. Алина, надо было тебе грабельки тоже взять. Что, мама, говоришь? Сердовато, блядь, так-то, говорю. Че, я не буду как бы ступать. Нету лопатки. Нету лопатки. А земли набрала?